Ну что, мы с вами продолжаем проходить Dead Space 2, записываю подряд сейчас, да, поэтому в прошлой серии мы с вами дошли вот до этого момента, да, мы приблизились просто к обелиску, вот, и мне, честно, интересно, сколько здесь глав в итоге-то. Мы сейчас с вами на 13 главе, 12 глава была очень короткая, если еще прям очень короткая, вот, больше всего, 13 глава довольно-таки сейчас подлиннее, чем 12, да. И, как я понял в интернете, как я нашел, да, там написано, что 15 глав примерно, там, 15 глав там должно быть. Вот, если мы уже сейчас приближаемся к обелиску, по идее, сейчас я вот это покажу, то, что я не прошел в прошлой серии, да, сейчас увидишь, что именно. И, по идее, начнется 14 глава, а финал будет, там будет босс и 15 глава. Ладно, что посмотрим с тобой? Посмотрим, мы с тобой все увидим, поэтому, Саш, поудобнее, на твоих следующих, друзья, приблизительно кушать, 34, 5 или 50, потом посмотрим, если не только на прошлой серии, посмотри, ссылочка постоянно находится на плейлист с полным прошением данной игры, и первой частью тоже, мы прошли уже давно ее, вверху справа углу, понял, да, в углу справа вверху будет следующий знак, нажимаешь, но там будут подсказочки, тоже два плейлиста на прошение с этой игры, DSP2, на первую часть прохождения, и прошлой серии, там другие еще серии по другим играм. Вот, вот при этом просмотр, собственно, да, при этом придет кушает еще раз, да, при этом просмотр еще раз. А мы с вами, собственно, продолжаем проходить Dead Space 2. О, привет! Так, ну что, мы поехали с тобой, собственно. Так, у нас что по Патрикам здесь? Бэмс. Да, вот эту тему хоть использовать, я не знаю. Да, ну, снайпа вообще хорошо прям заходит. Она прям очень хорошо идет. Смотри, ползет еще одна, бля, тварь. Тебе похуй или что? Ой, бля. Так, ну вот это ладно. Это пока что изи, ребят. Вот это пока что нам изи с тобой было проходить. Дерьмо. Похоже, придется бегать между этими лазерами, чтобы попасть на ту сторону. Будет весело. На, блядь, не то слово будет весело, прям пиздец. Бамс. Еще одна тварь должна быть, вон он ползет. Ну так вот нахуй, ребята. Ну так вот бывает. Блять, ну давай аккуратно. Это хуйню сюда. То есть почему я с этой темы хожу? Потому что снайпу надо беречь. Снайпу надо беречь. А эту тему нужно. А, у нас есть 3 патрона всего лишь. Парарари-парирам. Давай мы сразу сейчас это используем, батареечку здесь, потому что нам нужно полностью. Мне нужен полный заряд, чтобы я мог два или три раза так сделать, понимаешь? По-хорошему. То есть заблочить монстра и погнал. Парирари-рари-рам. О, здорово. Бамс. Бля, уйди, мужик. Так, нам сюда же нужно было, да, нам с тобой сюда нужно было. Ну, я так и понял, что нам сюда, потому что здесь он. Большая площадь. Всего этого. Видишь, большая огромная площадь, поэтому понятно, что сюда. Ну, я просто так перепроверил, понимаешь? Так, ну что, погнали, че наверх, блядь. Давай сходу сразу же выходите. Ну сходу выходите. Бля, сейчас за меня еще появится, скорее всего, мразь. Да?
Смотри, да, пройдем сюда, посмотрим, чтобы никого не было, на всякий случай, чтобы... Ну, понял, что у меня эффектной жирности не было у них. Лазер-обелиск это. А, смотри, реально обелиск. Ёпт. Реально обелиск, смотри. Они его типа ломают или что, просто не пойму. Да, давай, давай, сходу, сходу, давайте, давайте, сходу, сходу сюда. А, не будет? Реально? Да, жаль. Ребят, я уже готов, реально. Так, ну пока. А, ну вот, я так и думал. Так и думал, мразь тупая. А, типа охуй, или что, блин, мужик? Вот видишь, когда видишь, я стрельнул, ему все равно, типа. После анимации, да, будет работать. Ну, типа, блин, ну, как бы не... Ну, такая хуйня, на самом деле, это полная хуйня. Поехали, чё. В принципе... Сейчас здесь просто опять на меня упадет. Бля, опять арена. Опять арена, блядь. Кинор Фелпс. Запись в журнал исследований 43545. Успех. Слой обелиска стабилен. Его физическое воплощение полностью соответствует эвристическому алгоритму, полученному от пациента 4, без каких-либо изъянов. На завтра уже запланировали начать производство, а сегодня мы празднуем. Надеюсь, я не отключусь прямо посреди вечеринки. От чего-то я взволнован. Интересно, от чего, блядь? Интересно. Интересно, конечно. Очень интересно. 9 часов мы с вами проходим игру. 9 часов, ребят, напоминаю. Как вкусно здесь. Ближе ко мне сразу же. Давайте, твари, выскакивайте. Я их видел, они меня тоже. Читаем, охуня, мужик. Где, где эти мрази появились? Ой, как хорошо, смотри, как долго держит. Нормально. Бамс. Четыре берем. Ой, ёпта, ты кто, блядь? Бамс. Мне уже реально, ну, ребят, честно, мне, я чисто сейчас прохожу ради сюжет, потому что, ну, мне интересно, что произойдет, бы они придумали, а вот эта арена меня уже реально заебала. Ну, честно скажу, меня уже эта арена уже реально бесит, нахуй. Просто заебли эти арены, честное слово вам скажу. Все, они разбежались. Бамс, бамс. Поехали, давайте, бля, мрази тупые. Бамс, 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 бамс. Бля, вот смотри, ему пох вообще, да? Бамс.
Так, побежали. Слишком дохуя их. Очень много. Ебать, тут вообще пиздец. Расколбас нахуй расходится. Ебать. А, ну тебе похуй, да, мать? Бамс. Подожди, мать, подождешь. Подождешь, я говорю тебе. А, похуй, пригнулся, блядь. Бам. Да отсосёшь ты, дура, блядь. Да дура, отсоси ты хуй, блядь. Бля, в неё все патроны всаживаются. Бамс. Кто еще, блядь? Давайте еще, блядь, мне сюда. Ой, тихо, тихо, беги, беги. Я ничего не хочу говорить. А, ну то есть я понял. Куда мне надо вообще, блядь? Нужно вон туда, да. Поехали. Бамс. 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 Давай еще одно сюда, момент. Бамс. Ой, мужик, сорян. Не за столько очень получилось. Бамс. Бля, 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 бля. Да иди ты нахуй, мразь тупая, блядь. Бля, беру, короче, беру эту хуйню и поехали, блядь. Кто, где, 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 где? Бамс. Вот эта тупая мразь меня бесит очень сильно. Еще давай. Давай, да, пошел. Пошел, родной. Пошел, расколбас. Бамс, нахуй. Улетела, дура, блядь. Бля, ну вы смеетесь, нахуй, или что, бля, я не пойму, блядь. Иди нахуй, мразь тупая, блядь. Не, все, нет, 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 нет ничего, бля. Ну все, все, уходи, 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 уходи. Пока, 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 мужик. Бля, конечно, можно уйти. Давайте просто сейчас пробегу и иду, пизду. В рот я ебал. Конечно, это просто арена тупо, реально. Пофармить, чтобы. Я только, блядь, я не фармлю нихуя сейчас, блядь. Наоборот, только все происходит. Поехали сейчас, просто в моменте просто берем. Давайте, давайте, тупые мрази. Бамс. Давай, 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 появляйся, появляйся. Бамс. Вот это очень зря сейчас было сделано. Поехали просто в моменте так. Бамс, бамс. Побежали. Больно. Пока, блядь. Ты охуела, мразь тупая, слышь, блядь. Блять, вы охуели или что, блядь? Да пока, блядь, все, ребята, блядь, сосите хуй мой, реально. Огромнейший член, сосите просто, реально. Реально базарю вам. Так, у меня получается вот сюда сейчас. Просто бежим, блядь. Давай, открывай быстрее, бля, вот это, блядь, мразь тупая просто, блядь, невозможно, нахуй. Тем более мразь меня бесит очень сильно, блядь. Честно вам скажу, ребята. Без пиздежа. А-а-а. Просто ломаем быстро, блядь.
Ладно, попробую сейчас сам. Пробую сейчас сам. Если нет, то на этом тоже нет. Аптек 0. Охуительно. О, блядь, вот зря появился, блядь. Ой, идите нахуй, все, пока, блядь. Давайте, появляйтесь здесь. Дурачок, а ты все, что хуй, ты в курсе? Бамс. Ну такой дурак вообще реально. Бамс. Так он кто меня убил, значит, да? Вот, значит, меня убил, блядь, тогда, блядь, в этой ебаной игре, блядь. Понятно, понятно. Теперь спокойненько ломаем. Бля, почему так в прошлый раз не было? Я бы сейчас взломал быстро, вот и убежал бы. Видел, как пробежал, да? Видел, как пробежал. Мне нужен магазин. Очень срочно нужен магазин. Ну там, конечно, была типа арена, понял? Чтоб пройти, нужно, можно было пофармить, все постоять. Но, блин, зачем, правильно, зачем, если можем просто пробежать с тобой? Зачем нам с тобой что-то фармить, если можем просто пробежать, правильно? Правильно. Так, сейф-зона. Носок с тобой. Сюда. Блин, X можем прокачать дальше. Ну нахуй нужно. Это тоже можно прокачать. Давай снайпу сейчас. А, и куда что? Вобьем, блять. А, да, я хотел вобьем точно. Чтоб в нее было больше помещалось, я полностью сюда. Все, все, я понял. Для чего это делал? Вобьем, да. Чтоб в нее понял. 6 было, блять. Просто. Я промолчу, ребят. Просто вместо 5-6 патронов. Ну, нормально. Все нормально. Киннер Фелпс, запись журнал исследований 43553. И я уверен, что мы марионетки каких-то чужеродных сил. Я уже не верю, что мы контролируем проект, если вообще контролировали его когда-либо. Я считаю, что даже вся наша рационализация всего лишь иллюзия, созданная теми же силами, которые стоят за изначальным обелиском, черным. Мы не знаем, как построить эту штуковину. Она строит сама себя нашими руками. И она пытается вырваться наружу. Отчаянно пытается. После того, как я разнес кувалдой уменьшенную копию обелиска, собранную мной на прошлой неделе, меня поместили под наблюдение. Нам необходимо уничтожить все, что мы здесь сделали. Даже записи. Вообще все, что имеет отношение к исследованиям. Те, кто присутствовали при той первой попытке на Экиде 7, правы. Все это лежит за гранью нашего понимания и контроля. Да я должен идти. Мой наблюдатель что-то шепчет охраннику. Конечно, не густо, но пойдет.
Ну так вот, ребята, вот так вот. Доигрались, получается, они, да? Тексты сообщения, наконец-таки, да, почитаем. Личное сообщение от наблюдатель. Тейдман разочарован. Ваше решение начать эвакуацию. Последствия будут ужасы. На этом все. Вот так вот, ребят, бывает. Так, ну по идее мы сегодня с тобой дойдем до обелиска в любом случае. А как там, что будет, не будет, посмотрим сейчас. Все, сейчас посмотрим. Да, конечно. Ну, я говорю, это классика жанра, когда вот люди начинают что-то такое, например, знаешь, внеземное изучать, какие-то эксперименты ставят, такая тема происходит сразу. Я думаю, знаешь, я думаю, изначально, типа, вот эти, ну, вот эти, блядь, существа, получается, инопланетяне, да, скажем так, неземные существа, я думаю, они, ну, там, я думаю, есть какое-то существо, которое управляет, типа, ну, разумом людей, и всегда он, и, я думаю, самую первую часть он направлял на то, чтобы, ну, сделать то, что ему нужно. Вот и все. Бать, это он? О, господи. А че он такой здоровый? А в первой части был не такой... Это сделал я? Он был не такой здоровый в первой части, что такое? Что? Что они делают? Они стремятся к обелиску. Воссоединение вот-вот начнется. Я так и знал, что от тебя будут одни неприятности. Но они твердили, что ты нам нужен. Я годы угробил, копаясь в твоих прогнивших мозгах. Все должно было быть совсем не так. А как это должно было быть? У нас все было под контролем. Кларк, это не наша вина. Мы были так близки к пониманию. Их там много, видишь, по сюжету. Все эти тела, которые ты впустил сюда, Кларк, они начали процесс воссоединения. Но мы никогда не думали, что их будет так много! Смотри, сука, их там твари этих. Чё творится? Мужик, ты не хочешь одеться, как бы, ну, шлем? И тебе вообще похуй. Ну, я понял тебя. Сколько у нас даже бабок? А, ну. Я бы не верил. Ты готов? Мужик, я бы не верил. Я бы не верил. Будет больно, да? Да. Заходи внутрь. Мужик, я бы не верил. Не-не-не-не-не-не-не. Нихуя, блядь. Нихуя. Я, блядь, не, я не буду. Я не верю. Я ей не верю. Я ей не верю. Ну погнали. Что нам только, блядь, вот по сюжету только так. Шаг один. Вползти внутрь. Шаг два. Со всех сторон закручиваются винты. Имеющий уши, да услышит. Имеющий глаза, да увидит. Я не хочу, ребята. Фу нахуй. Бля, фу нахуй. Мужик, фу, блядь.
Фу, блядь, фу, нахуй. Николь! Ты где? Обманула она тебя. Иди за светом, Айзек. Я буду ждать тебя у обелиска. Ну что мне делать? Проклятие. Да, я думаю, это обман. Мне кажется, обман. Не как раз на глава 14, ребят. Куда мне идти-то, блять? Ну и что мне делать? Мне... О боже, ну давай, давай, давай. Ты кто, блять? Это что за тварь? Ты кто, бля, мужик? Не, я все понимаю, но. Что, блять? Что? А, я понял, кто это. Давай дольше ищи, блядь, конечно, нахуй. Дольше ищи, блядь, хули. Дольше ищи, дольше ищи, говорю. Я успею, 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 успею. Да все, ты салфу, мужик. Удивительно. На моей станции. Ей управлял еще мой дед задолго до того, как ты начал гадить в пеленки, сынок. Оставьте свои лекции, вы знаете, что я прав. Докладывается Шахмату.
Мы обнаружили сигнал X оставшихся в живых 143 сотрудников. Давай, быстрее, 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 мужик! Бля, ну вот сохранялка уже. Ну вот, на нас. Блядь, что-то я рано поуёбывался, блядь. Короче, сейчас сделаем очень просто. Да. Охуительно. Ребята, вы красава, реально, ребята. Ребята, реально, вы крутые. Бамс, нахуй. Бамс. Вот смотри, на ней вот эта тема очень легко работает, видишь? Бля, лутать сегодня? Давай облутаем, похуй. Что могу сказать? Давай облутаем. Бля, у меня это замедлялки нету там. Пизда там. Охуительно, скажу вам так. Это вообще прикол. Давай быстрее мне, блядь, мразь тупая. Все, 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 я сохранился. Покедово. Ну, Серега, ты здесь будешь теперь, да, у нас? Ну, тебе вообще похуй, да? То есть, я правильно понимаю? Блядь, что я сделал? Я что сделал, блядь? Ладно, плохо, погнали. То есть надо просто бежать, я понял. Доступ запрещен. Не очень много времени тратим. Очень много на тебя времени тратим, дура. Дура ебаная, мы на тебя очень много времени тратим, в курсе? И что мне делать, блядь? Доступ запрещенный. А, ну вот сюда надо бежать. Я понял. Забей. Забей, блядь. Просто забей. Нет, да можно пройти, это изи пройти. Сейчас пройдем. Пожалуйста, приедь уже. Пизда мне. Как они хотят, чтобы я это прошел? Мне вот просто интересно, реально. Ради интереса прошу. Просто если той твари нет, которая восстанавливается, то они есть. Тогда пиздец.
меня ни батареек, ни хуя, собственно. Нет две аптечки зато. Вот сзади меня не появляются, все, заебись. Или появляется, хуй его знает. Ну погнали, короче. Ну быстрее можно это было делать или нет? Сейчас тупая мразь пройдет. Где она? Да иди ты нахуй! Лифт вызывается пиздец долго, ребят. Сразу скажу вам. По секрету, блять. Он очень долго едет, если что, так-то. Ну, погнали, ладно. Ладно. Для вас будет секунда, для меня, ну, пару минут. Слышь, по кого ты стреляешь, блядь? Смотри, убежал, дурачок. Давай подеремся, давай, давай. Ну что ты, блядь? Что ты, блядь? Плаки, да, блядь? Все, блядь. Мне вообще похуй, что ты, блядь, мне делать, блядь. Вообще поебать, понимаешь? Блядь? Настолько похуй, что похуй, блядь. А, ну похуй, я понял. Он убегает от меня, короче. Он боится теперь меня, прикинь. Наебать. Ну, ребят, только так попробуем. Обещаю, давайте так. Обещаю, что это первый и последний раз, когда я так делаю. На, короче, держи, мужик, не похуй. Ну, а чё он не вызывает себя? А чё он не вызывает, подожди? А, я понял. А почему он не... А, он вызвался. Всё, пока, блядь. Блядь. Да. Забейте просто. Тот хуй. Ну ты все равно здесь за мной будешь идти или что, блядь, ты тупой, блядь? Знаешь, что мне вообще похуй на то, что там, блядь, будешь, блядь. Салам алейкум, пацаны. Салам алейкум. Ебать, ну чел, я бы охуел. Да это все, что хуй, блядь. Я бы здесь охуел реально, ребят. Я бы здесь вообще в жопу. Ну, тут побольше патрона было брать. Причем больше патронов нужно было брать на эту хуйню. Ой, блядь, пацаны, что такое с вами, реально? С вами какая-то хуйня жесткая. Смотри, бам, нахуй. Что с ебалом? Бля, тупая мать, то что уйдешь, блядь? Будешь за мной ходить или что, блядь, не пойму. Ну не, ребят, это пот нахуй, реально. Вот с ним это. Помните, как в прошлой части? Это, короче, чел, который восстанавливается из прошлой части. Первая часть такая же хуйня была. Там забейте, ребят, там, ну, реально, там забейте просто. Прямо похуй.
На, ёпта. Сам пили-то, блядь. На, ебать. А, ну все равно, да, я понял. Ну допустим, вот сюда нужно. Допустим. Да все, все, пока, блядь, пока нахуй. Зона вакуума. Куда нам с тобой? Туда. Да, сейчас дойду. Дойду до сейва какого-нибудь. Ветеранного. Мне прям жестко лут не будут собирать, потому что я просто пройду сейчас, давайте до сейва, чтобы этого мрази просто не было, который восстанавливается, и, собственно, продолжим уже, как мы играли. Потому что, ну это забейте, ребят. О, блядь, я понял. Прикинь, еще вот такая хуйня здесь. Больно вообще-то, в курсе, блядь. Слышь, нахуй, мразота тупая, блядь. Все, биб пососало, блядь. Да, блядь. Сейчас я достаюсь. Я думаю, сейчас уже не будет, что мрази просто. Я уже. Ну открою. Я думаю, сейчас ее здесь не будет. Но это забей, просто она с тобой идет, 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 идет. Ладно, бы если она в одном месте только была. Ты все еще сопротивляешься, Айзек. Это одно. Ты должен меня отпустить. Но я больше никогда тебя не увижу. Айзек, прекрати. Нет другого выхода. Ты должен это сделать. Да, мужик, ты должен это сделать. Другому никак. Другому никак. А вот здесь он? Цена готова даже. Ну по-хорошему, давай лучше, давай ждем, возьмем. Нам это нужно. Хуя. Ну в целом. Бля, ну хуя полная в целом, реально. Полная поебота сейчас была. Просто так потратил узел. Забей просто, реально. Узел никуда ушел. Ну ладно, похуй, погнали. Нету все этой мрази сейчас больше. Или есть еще? Я надеюсь, нету этой мрази больше. Все, нет, ребят, все, забейте. Вот и все, Айзек. Воссоединение на пороге. Встретимся у обелиска. Давай я сохраню сейчас. Да. Ну так, ребят, пришлось. Ну, я говорю, больше. Я, видите, я, ну, не трогаю больше вообще. Больше я вообще не притронусь к этому. Будем пытаться сами. Да. Я, конечно, шарирую. Спасибо за просмотр. Такая серия была, в принципе, все, увидимся в сериях. Давайте.